Вот смотрите, сегодня какая погода. Лед начинает активно таять, несмотря на то, что его толщина еще приличная, от 25 до 50 сантиметров. Структура его очень плохая. Снизу подмывает течение, вода потихонечку начинает прибывать, а сверху он разрушается положительными температурами, да, и вот дождем. Когда дождь, вообще очень хорошо тает снег, лед начинает активно. Сейчас очень опасно. Для нормального прохождения человека 7 сантиметров, но это должен быть чистый лед, то есть он зеленоватого оттенка такой, состоявшийся. Сейчас в данном случае он, видите, такой матово-белый. Даже вот можно посмотреть на сломе, как он выглядит. То есть у него толщина большая, а он непрочный. У нас по области из 28 муниципальных образований 24 приняты нормативные акты. По датам конкретно могу сказать: Вологда 15 марта, Вологодский район весь, включая озеро Кубинское, с 1 апреля. То есть будут проводиться патрулированиями и должностными лицами, которые уполномочены писать протокол, будут составляться протоколы за выход на лед. То есть с сегодняшнего дня на Кубинском озере рыбачить нельзя? Да, нельзя. Что им грозит, этим людям, которые будут выходить на лед? Штраф от 500 рублей за выход на лед. Ну, естественно, опасность жизни, потерять свою жизнь. Лучше рекомендую уже заканчивать с рыбалкой потихонечку и готовиться уже к летней. В Череповце был провал. Выезда автотранспорта у нас есть и на Кубинском озере, и на Лисицинском карьере даже. У нас в этом году 7 протоколов составлено за выезд. А за выход людей на лед у нас составлено, в частности, в Вологде 3 протокола, а по области вообще около 15. Кстати, детей не так много видно, хорошо сказывается наша профилактическая работа. Больше рыбаки и люди, спешащие на работу, пытающиеся сократить путь, перебегают через речку. Но в первую очередь нужно не паниковать, звать на помощь, стараться беречь силы, особо активно не двигаться. Опираться на лед нужно большой плоскостью тела, как бы. А рыбакам, которые сейчас в опасный период ходят, лучше брать с собой спасалочки. Это такой шнур или два гвоздя, да, на нем висит, чтобы они могли втыкаться в лед и вылезать потихонечку. Телефоны службы спасения 112.